Привет всем, вы на канале Позитивный Огород. Снова мы второй день откачиваем мед. Вот. Решили в другую семейку посмотреть, сколько меда. Тоже такие же навили, да? Так, тряхим. Дай пчелок поменьше. Ну, а меда столько же, сколько и во вчерашних ульях. Там тоже все забелено. И вот она, следующая рамка. Вот сколько понастроили они. Точно такая же, залитая медом. Достали вот из этого домика три таких полных рамки, распечатали. Вот такие они, медовые. И у нас жара сегодня 31 градус в тени. Поэтому мед бежит аж вот когда распечатываем. Вот так вот сидят под домиком. Очень жарко сегодня. Вот этот домик как вылез. Жарко. Сейчас его тоже посмотрим. Может, у него есть лишний мед. Из этого домика будем брать три рамки. Тоже там все запечатано. И здесь тоже все запечатано. И сейчас посмотрим мед в улье, который роился в этом году. Сколько вот они принесли меда? Есть ли у них лишний? И вот так вот наносили меда пчелы, которые роились. Уже пчелы много повыпарилось у них. И стряхаем их веником. Так вот блестит медок. Поэтому даже те ульи, которые роятся, они вот так хорошо носят мед, если они рано роятся. И вот она, вторая рамочка, тоже ее забираем. Наполовину запечатанная. И тоже вся блестит. И вот в следующем домике тоже вот такие рамки. И вот она толстая, большая рамка. Тоже вся полная меда. Запечатанного. А с этой стороны не запечатано. В домике тоже запечатано, но там расплод еще не вышел, поэтому эту не стали брать. Так, полный домик меда. И вот сегодня столько накачали меда. Сейчас будем сливать.
Осенью моего, видишь, он с пенкой идет. Сегодня жарко, поэтому он нет, быстро. Мы много налили. Бежит. В медогонку. Сегодня хорошо открывается. Не жарящий, он жидкий. Это то ли темнее немножко. Угу. Темнее. И пожиже сегодня. Потому что жарище. Сейчас еще вечером больше 20 градусов. Такой вот медок. Сегодня он прям темный какой-то. Может, что вечер уже? 10 часов вечера. Вот набрать бы еще вот эту баночку полную. Наберем. Ну вот за сегодняшнюю вторую откачку, ну по сути это уже третья откачка в этом году, всего накачали 17 литров меда, 5 получается банок трехлитровых, одну двухлитровую. Поэтому вот такой вот медок. Ну а за 2 дня накачали вот получается 30 литров. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всего вам самого-самого наилучшего.